Вот, ребят, находимся в заброшенном здании в Прусском. И вот смотрите, какая красота здесь. Еще остатки прежней цивилизации. И вот тоже, видимо, какие-то были окна заложены. Здесь видите, какие прям арки крутые. Интересно. Лестница вообще шикарно сохранилась. Ничего себе, такая тут решеточка. Ну, где-то уже кладка такая современная, как-то использовалось это здание. Панорамный вид. Аккуратно, аккуратно. Вот, ребят, для вас прямо на крышу выходим. Вот это да. Вот это красота, конечно. Что тебе сказать? Где? Где аист? А, аист. Аист на крыше. Ребят, вон он, аист. Так, аккуратно, Денчик, очень аккуратно. Очень аккуратно, слезаем, будь здоров. Так это хорошо, то есть тебе витамины крапива передает. На этих, ребят, то есть на старых фотографиях немецких я вижу, что это здание было какое-то типа общественного собрания, что ли, немецкого. Хотя вроде и похоже как на церковь, да, на какую-то. Но я думаю, что это общественное собрание. Насколько я рассматривал вот немецкие различные фотографии. Так что вот такой получился крутой ролик. Будем обратно влезать.